Выставка молодого гродненского фотографа Яна Хвечина проходит в областном центре. Автор репортажа, так называется выставка, является членом заслуженного любительского коллектива страны фотоклуба «Гродно». Заниматься фотографией молодой человек начал еще в школе. Сейчас он постоянно совершенствует свои навыки и, как итог этой работы, первая персональная выставка. Выбрать несколько фотографий, признается автором, было сложно, ведь на каждом мероприятии или в повседневной жизни есть тот снимок, который хочется показать всем. Работы, которые представлены на выставке, отличаются от остальных своими эмоциями. Именно наличие ярких эмоций на фото стало главным критерием в отборе работ, которые удивят гродненцев и гостей города. Прежде всего, должен быть всегда фотоаппарат на чеку, выставлен в нужных настройках, потому что если он медленно выставлен, на медленную скорость, соответственно, ничего не словить. А если он хорошо выставлен, и он сразу под рукой, ты его хватаешь как ружье и начинаешь стрелять. В итоге из там, нескольких, там, может быть, десятков, там, один из снимок получается очень классным и интересным. К слову, искусство фотографии в Гродно активно развивается. Для того, чтобы сделать хороший снимок, не обязательно иметь профессиональный фотоаппарат. Достаточно качественной камеры в смартфоне. Однако те, кто все-таки решил заниматься искусством фотографии, а не остаться любителем, отдают свое предпочтение классическому способу создания фотошедевров. Первая персональная выставка «Репортаж» Яна Хвечина показывает, что научиться запечатлеть яркие моменты жизни может каждый.